Аскальченко Алена Смородина вышла в финал всероссийского конкурса красоты среди стюардесс. Уже 2 года девушка является сотрудницей авиакомпании «Аэрофлот». Из 1500 участниц до финала дошли лишь 29. Конкурсанткам необходимо было успешно сдать экзамен по аварийно-спасательному оборудованию самолета и пройти тестирование по английскому языку и стресс-собеседование. Завершающий этап национального конкурса «Топ самых красивых стюардесс России-2016» пройдет в Москве 25 ноября. Напомним, подобное состязание не первое в жизни Алены. В 2011 году она была участницей конкурса красоты «Аскольская красавица», где завоевала титул вице-мисс.